друзья, чтобы совочки нормально вызревали в камере и не пересохли, нам надо что? Правильно, поддерживать влажность. Я это делаю таким образом. В емкости у меня стоит ультразвуковой такой китайский датчик. И рядом стоит вентилятор, который раздувает этот водный туман. В результате этого влажность во всех уголках камеры поддерживается одинаково. Значит, вот датчик контроллера. Вот этого, который как раз и управляет ультразвуковым этим датчиком и вентилятором. То есть настроен он на параметры 80-85%. И очень удачно всем этим делом управляет. Ну а температуру управляет, собственно, свой контроллер камеры. Хотя можно было, конечно, задействовать вторую штуковую, это как раз температура. Так что вот, кому интересен опыт, повторяйте. Для таких вот камер, как это, вполне годится.